«Время – деньги», в детстве услыхал, но, считая Слово Божие, подметил. «Что бы ни делал, спал, сидел, пахал, все равно летим мы, как комета. Время невозвратное есть тайна, из безвремени какого появилось? И куда уйдет, когда настанет вечность, когда небо свитком свилось? Нам отпущена такая капля малость, порошинка, менее того. Миг прошел, поменьше, чем осталось, на себя, на ближних, на врагов. Сколько суеты! Успеть скорее! Опоздал, проспал, не поспешил. Солнце к западу и кровь уже не греет, от сокровища остались лишь гроши. Не спеши при чтении Слова Божия, молишься, когда к Творцу Вселенной. С вечностью соприкоснуться можно, жертвуя, конечно, только тленным». Стрелки у часов то вверх, то вниз, машут безучастно вправо-влево. Чем наполнены сосуды, то и жизнь. Что в основе у Адама с Евой? Деток нарожать и схоронить, пищи наготовить, уничтожить. Время разрушает и гранит. На кого мы в суете похожи? Однодневки, мотыльки, снежинки, капельки дождя и дым и пар. Мы родились праздновать поминки, невелик от суеты навар. Только тот, кто с Богом примирился, для Христа и ближних жил в любви. Временным сумел распорядиться, не возропщит на часы свои. 17 сентября 2003 года.